мы отправляем 100-миллионную тонну угля с начала образования Восточного Кузбасса. Почетное право провести состав с углем предоставлено машинисту тепловоза Виктору Солодовникову. Новый рекорд – не только количественный показатель. Это новое качество работы, внедрение новых технологий, которых за 14 лет было немало. В 2000 году в сутки грузилось от 4 до 10 вагонов. За 14 лет мы сегодня подошли уже к 600 вагонам в сутки. Новый рубеж 100 миллионов тонн черного золота займет свое почетное место в музее предприятия. Здесь собраны основные этапы развития ПТУ «Восточный Кузбасс». Сегодня в зоне обслуживания предприятия шахты Котинская, шахты имени Ялевского, разрезы Камышанский, Заречный, Майский. За 14 лет благодаря инвестициям компании «СОЭ Кузбасс» построена современная станция «Парк О». Произведена реконструкция путей, приобретены новые локомотивы и ремонтная техника. Приятно удивила гостей диспетчерская. Благодаря современным коммуникациям дежурный диспетчер в режиме реального времени ведет оперативный контроль за движением маршрутов на подъездных путях, обеспечивая максимально эффективный пропуск груженных углем составов. На 1 декабря этого года мы уже добыли 30 миллионов. Но просто добыть уголь и не перевести его, и не продать, и не отправить потребителю, это значит говорить не о чем. Вы, на самом деле, очень важное звено в большой цепочке компании «СОЭ Кузбасс». У вас главная и важная миссия – погрузить, забрать и отправить, чтобы люди потом наш уголь превратили в тепло и электричество. Я поздравляю вас с этим событием. На самом деле, еще раз повторюсь, очень приятно участвовать в истории. Именно в той истории, которая вписывается в летопись компании. Значительный рост производительности труда происходит и за счет внедрения инновационных технологий. Кстати, за экономический эффект от ноу-хау специалист, предложивший свежую мысль, получает премию. Все инновации, они рождаются внутри коллектива. Когда мы творчески подходим к своей работе, то рождаются идеи, которые мы сами же воплощаем. Мы их реализуем в патент, мы их реализовываем в авторские свидетельства, мы их реализовываем в сертификаты. И потом все это сторится и возвращается на производство. Работается более эффективно, более комфортно, более плодотворно. В честь нового достижения наиболее отличившиеся сотрудники предприятия были награждены ведомственными и корпоративными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.